Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и начальник Генерального штаба вооруженных сил Неджмеддин Садыков встретились с военнослужащими, проходящими службу в передовых подразделениях. Доводя до внимания требования, выдвинутые в недавних выступлениях Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, министр обороны потребовал руководствоваться этими требованиями в ежедневной служебной деятельности. Заслушав доклад об оперативной обстановке, министр обороны понаблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений.